друзья, там ТР-2, ТР-1 начался, пойдем, пойдем смотреть. Не, там сказали, что начинается тут Toyota, вы поняли, кто там любители Toyota. Простите меня, но что-то не то. Так, тут такая сцена, ищут что-то. Так, организатор идет по трассе. Не, ну хорошая трасса такая, ничего лишнего. Зрителей немного. Так, мы срезаем. Куда-то организатор все время путает следы и ведет по разным траекториям. Да, вот это, ну, это от Нивы, наверное, или от Тойоты. Усилитель руля. Да. Нашел Крис только, что тут лежало. Пятый. Пятый. Один у тебя. А ты в какой? 25. Угу. Четвертый. Який бортовий? Самый бортовий. Давай, чтобы она записала. Седьмой. Другий. Другий. Какой ты номер вытащил? Первый. Первый. Так, сейчас белый дельфин поедет. Смотри. Жесткий пилот. Тут вопрос еще попасть к самому спецучастку не так просто, посмотрите. Тёма, отойди оттуда, наверное. Такой тут Р2, серьезный класс. Патрол такой вроде где-то попал под атомный взрыв, блин. Бушлакеры отлетели все. И правда, все поотрывали. Так, пошел старт. Бешеный дельфин. Тут надо быть осторожным, может и задавить. Мы нормально стоим, давай поможем. Не копай. Это не урод, это не урод. Это не урод. Это не урод. Так, дельфин. Дельфин побежал. Артем побежал. Перекинь, поправь. Хорошо заводится. Дельфин идет. Уперся бампером. Очень жесткий. Очень жесткий парень. Тут осторожно, я знаю, там белый дельфин.
Тут вот самая опасность. Да. Подкопать снизу вот здесь. Погодные условия становятся жестче. Хорош. Вот подвески бешены. Бушлакеры с той стороны уже отсутствуют, с этой стороны еще на последнем дыхании, но сейчас тоже их не будет. Чуть-чуть. Подвис. Раскорячка. Очень большие свесы. Мог бы выйти, если бы сильно назад не сдавал. Да? Ну, все, на курсе. Да. Он хотел ходом выскочить. Да, но ему... Если да, бы он тогда не сел сразу назад, не проскочил бы, он бы вот так и выскочил. Не спешить, а ехать просто, смотреть и ехать, медленно ехать, и все. Дельфин идет на тихо. Аккуратно, Стас. 5,5 минут. Когда подвески какие. Ты уже пробил трассу. Финиш, молодцы. Так, друзья, тут ТР-1. Серьезная тут рубила тирана. Похоже, да, по машине. Тут большой круг, подвисли, идем смотреть к следующему классу. Хорошие тут места. Кто едет? Бизон. Бизон едет? Да. Пошел какой-то жестяк там. Начался, в общем, оффроуд 360 градусов со всех сторон. Да, жесткая трасса. Там жестко. Да, исполняет. Очень серьезно. Трасса серьезная, конечно, тут. Да. Сплошные. Просто какой-то сплошной экстрим. Машина полулежа, полустоя. Говорит, Ян красавчик, говорит, в окно закинул. Это жестяк просто. Совету, мальчик! Да сейчас вы вымете меня отсюда! Это слепой меня столкнул! Нормальное кино получается.
Да. Сзади, сзади запусти. Вот там. А? Вот там. И вот пока виси. Дэн, смотри. Решили по одному кругу. Послушай. И тот, кто был на этой сушке первый, в зеркальном порядке едет на той последней. Кто был на этой последней, едет на той первой. Юрочка, ты! Лежит жеребёк. Собирайся. Бетон, конечно, на трассе это зрелищное событие. Так это же Нива. Ну, так тем более это Нива, конечно, для подписчиков команды Нива Клуб специальные кадры. Точно, какая? Команда у тебя тоже есть Нива? Ну, конечно, я штурман команды Нива Клуб. Бизончик, что-то, заводи! Что-то с запусками проблема. Да, что-то тут не то. Вижу, сам не знаю. Капот открыть только. Процедура, ого-го. У вас аккумулятор не украдут ночью, я думаю. Да? Что-то коробки, что-то жеребёвку не надо. Просто они, вот это моя. Русланчик, стой, стой, так хорошо видно. Да и с этой хорошо. Там так прям колесо в воздухе висит. Да я видел, да, тут все. Всю трансмиссию хорошо видно. Пилот внутри. Починил. Сейчас будет экшен. Опять надо цеплять. Виталь, пробуй на базе, держи. Ну это жесть. Отдай лепёшку. Просто какая-то жесть полная. Достает лебедку. Блин, какие он этюды показывает, елки-палки. Юрец, повернись лицом ко мне, что ты так стоишь? Юрец, блин. Но это некрасиво на самом деле. О, все. Так лучше. Блин, а такие два дня могло быть незабываемых, конечно. Да, Денчик? Не-не, вчера ну такое. Лесные полевые дорожки и асфальт. А сегодня настоящий оффроуд. Опять цепляют. Нормально. Что-то исполняет нереальное просто. Засыпал Серегу. Да, задняя. Не работает задняя у него. Вот а ну дай, да, перепрыгнем ниже. Так, штурман здесь.
борется. Блин, рвет просто ее по-жесткому. Задняя, к сожалению, не работает, блокировка. Еще вчера она не работала. Да, хрустнуло. Что-то было? Может, передняя, одна, один привод, может. Не знаю. Потому что мосты все равно работают. Все. Все, за воздух, видишь? Надо спрыгнуть. Это жестяк просто. Заливаешь что-то? Солярка закончилась. Как у тебя обычно, да? Да, да. Ну не, у меня редко. Постоянно. Слышь, разгон. То раньше я помню, что не было. И препятствовать. А у вас как вам? Так, опять небольшой ремонт. Юрец, давай, Юрец, я верю в тебя. Я не уйду. Ёлки, он сейчас нас намотает на нас трос. Ой, этот трос такой, что... Это жесткие ребята. Тот выходной сегодня. Все? Хорош. Слышь, Лёнь, если мы тут так заставим, то цепляй сразу, пойдёшь до дальнего дерева веревку. Да чего вы зависнете? Что? Проедете. Так нет, это не ваш класс, это не ваша трасса. А чья? Ну это ж ТР-3? ТР-4. А, 4? Да, она записала ее чек. Случайно, да? По ошибке? Три машины. Да мы за рудом спрятались, не переживай. У него зонтик прикольный. Это бронированный или что? Ну, у меня зонтик. У него зонтик. Италия поровная, да. Может, руль повернуть? На гидро. Да. А что там, гидро? Можно. Да не, он поворачивается тоже. Втрою мистерич. Там какая-то машина. Ёлки, там Серега едет. Пацаны, туда все. Давай, давай. Быстрей! Серега, подожди, не едь!